И последнее. Около 20 молодежных движений работает в алмазной столице. Спектр интересов у молодежи широк, от парашютного клуба до интернет-сообществ. Однако, по словам лидеров, в объединении нет притока новых сил. А дел впереди немало. Какие планы у молодых людей региона, расскажет Августа Степанова. Они устраивают праздники, проводят благотворительные акции, выходят на субботники, помогают младшим. Они – это студенты Политехнического института, представители клуба «Альянс». Занимаемся мы деятельностью, направленной на развитие студентов, их творческого потенциала, развитие спортивного. У нас есть возможности заграничных стажировок и просто поощрительные поездки для ребят. Объединению «Молодая гвардия» всего 8 лет, но польза очевидна. В будущем эти ребята составят кадровый резерв города. Направление от акций начинаем до благотворительных концертов и различных мероприятий. Ветеранам помогаем, благотворительностью занимаемся, ну, как бы в разных сферах. Крылатая гвардия из школьников, студентов и даже взрослых людей. Преодолеть свой страх – главный девиз членов спортивного клуба парашютистов «Феникс». Это просто волшебство, особенно когда ты летишь и смотришь на весь мир с высока. А эти парни из клуба «Барс» гордо называют себя будущими армейцами. На примере старших товарищей обучаются боевым навыкам. Среди воспитанников клуба есть и представительницы слабого пола. Строевая подготовка, занятия в лесу, физподготовка. Не вижу ничего сложного для девочек. Все то же самое обычное. Очень интересно. Только в Мирном существует около 20 молодежных движений. Об их деятельности мало кто знает. Это и стало поводом для встречи активистов на ярмарке объединений. Наша задача их просветить и, может быть, подобрать им что-нибудь, что в дальнейшем им поможет реализоваться в этой жизни. Вот. На самом деле, немногие наверняка знают о клубе парашютистов в городе, о том, что есть такая организация, как «Собаряне», да, «Молодежный парламент» и так далее. Молодежные организации продолжат свою работу. Их лидеры уверены, что они привлекут к себе больше внимания и объединят еще больше молодых людей. Августа Степанова, Илья Засухин, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».